Знакомо ли вам чувство, когда после удачного отдыха снова требуется отдых? Восстанавливать свои силы можно дома на диване, а можно доверить это мероприятие профессионалам. Восточные техники массажа, проверенные столетием, возвращают к жизни быстро и эффективно. Тип массажа предлагается выбирать в зависимости от утренних симптомов и личных предпочтений. Итак, открывает наш спа-обзор традиционный тайский масляный массаж. Сочетание расслабляющего массажа всего тела с ароматерапией помогает снять усталость и нервное напряжение. После него человек чувствует себя обновленным и полным жизненных сил. Следующий в списке восстанавливающих спа-процедур – детокс-массаж. В наших экологических условиях он, в принципе, показан всем и каждому. Ну а после вечеринки с высоким градусом веселья он просто необходим. Массаж травяными мешочками рекомендован тем, кто предпочитает танцы до упаду. Это уникальная техника, которая включает в себя ароматерапию, прогревание биологически активных точек и даже элементы йоги. Особенным образом происходит и подбор трав. В зависимости от того, какого лечебного результата необходимо добиться, подбираются и лекарственные травы. Массаж травяными мешочками является великолепной антистрессовой процедурой, способствующей выведению токсинов и стимулирующей кровообращение. Ну а если вы не в восторге от шумных вечеринок и предпочитаете спокойное времяпрепровождение, то массаж горячими камнями – идеальное решение для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Массаж тела с использованием натуральных камней способствует глубокому расслаблению и дарит вам ощущение физического покоя и душевного равновесия. А это восстановительная программа 2 в одном. Здесь и массаж, и тренировка. Тайский традиционный массаж в кимоно включает в себя элементы йоги, улучшает кровообращение и обмен веществ. После такой процедуры вы ощутите небывалый прилив сил. Вечеринка – это всегда многосложное мероприятие, но мало кто знает, что к ней нужно не только подготовиться, но и распланировать свой отдых после.